Еврокубке, а теперь и Суперлига Молдавии на паузе. Но футбола не станет меньше. Во-первых, продолжается Амалига. 11 ноября вторые матчи полуфиналов. Наш авангард ВПМР против Виктории и Геотермал Вольта. А еще в эту субботу, 12 ноября, в Екатерининском парке Кубок Приднестровья среди ветеранов. Нас ждет много опыта и мастерства, отточенного годами. Мы начинаем Кубок Приднестровья среди ветеранов. Возраст 45+. Участвуют 4 команды. Слободзея, Кицканы, Днестр-Тирасполь и Сокол-Тирасполь. Значит, 2 полуфинала и финал. Футбол, Екатерининский парк, озеро. Что еще нужно для классного выходного? Приходите. Начало в 10 утра.